Сейчас в столице Франции действует комендантский час. Город патрулирует военные, закрыты все официальные учреждения. Жертвами террористов стали более 150 человек, более 200 ранены. Некоторые из них в критическом состоянии. Около полуночи по Москве французские СМИ сообщили о стрельбе в 10-м округе Парижа. Вооруженные автоматами Калашникова боевики открыли огонь по посетителям нескольких кафе. Экстремисты беспорядочно стреляли из окон автомобиля, который двигался по улицам французской столицы на большой скорости. Примерно через полчаса стало известно о серии взрывов у стадиона Stade de France, где в то время играли в футбол сборные Франции и Германии. Сработали как минимум 3 бомбы. 2 из них привели в действие террористы-смертники. Не исключено, что взрывные устройства собирались пронести на сам стадион. С арены пришлось в срочном порядке и под усиленной охраной эвакуировать президента Франсуа Олланда. Матч останавливать не стали, чтобы не провоцировать панику среди болельщиков. Спустя некоторое время их начали выводить на улицу. По одному под присмотром правоохранителей. В начале второго на ленты информагентств пришли сообщения о захвате заложников в концертном зале «Батаклан». По данным французских СМИ, в помещении, где находились до 1500 человек, ворвались 4 экстремистов. Они выкрикивали исламистские лозунги, обещали отомстить за Сирию, стреляли без разбора и несколько раз перезаряжали свое оружие. Чуть позже стало известно о стрельбе еще в нескольких районах Парижа, в том числе неподалеку от Лувра и в самом центре города, у торгового центра «Ле Алле». В Елисейском дворце началось экстренное совещание правительства при участии главы государства. Полицейские назвали атаку тщательно скоординированной, а Франсуа Олланд – беспрецедентной. На улице столицы Пятой Республики вышли 1500 военных для обеспечения безопасности. Были закрыты несколько веток метро, отключена подсветка Эйфелевой башни. По всей Франции объявлен режим чрезвычайной ситуации, закрыты границы. В Париже действует комендантский час. Примерно в 2:45 по московскому времени спецназ начал штурм концертного зала «Батаклан». В ходе спецоперации в здании прогремело несколько взрывов. Боевики продолжали расстреливать заложников. Погибли 4 полицейских. Несколько экстремистов были ликвидированы. Один из них был задержан живым и признался, что его завербовала группировка ИГИЛ. Позже боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за организацию терактов и назвали случившееся 11 сентября по-французски. Те, кто пришел вечером на концерт американской рок-группы в театр «Батаклан», не сразу поняли, что на них напали террористы. В зале грохотала тяжелая музыка, и, по словам девушки, очевидца, которая, в числе прочих, посчастливилась выжить, она и ее друзья сначала подумали, что это часть представления. Они решили, что это пиротехники взрывают петарды для рок-концерта. В общем-то, это достаточно обычное дело. Но иллюзия быстро развеялась. Зрительница увидела вооруженных людей и тела первых жертв, которые падали в партер. Она тоже упала на пол и, как оказалось, сделала правильно. Террористы велели оставаться в этом положении, грозя в противном случае убивать дальше всех, кто был в зале. Впрочем, боевики все равно стреляли во все стороны, они то и дело перезаряжали свое оружие и, как говорят зрители, выкрикивали «Это за Сирию!». Все время до штурма полиции около 1.5 часов люди пролежали на полу, залитом кровью, рядом с убитыми и умиравшими на их глазах людьми. Известно, что среди погибших музыкант, участник, выступавший на сцене в этот вечер рок-группы.